Вот, фритюр у нас уже готов. Фритюр готов. Сейчас я почищу рыбку. Ну, почищу как? Почищу, только удалю жабры и плавники. Грейте сковорода. Будем жарить во фритюре рыбку. Обмакиваем во фритюр рыбу. Вот тут у нас греется масло растительное. Вот мы вот так вот обмакиваем. Так, сейчас я поставлю тарелку подливы. Вот. Вот. Ну-ка. Согрелось, вроде уже нагрелось масло. Так, раз. Раз кусочек. Фритюр посолили, поперчили. Вот. Два кусочек. Вот. Стреляет. Убавим огонь. Три кусочек. Четвертый кусочек. Так, и пятый, это у нас голова. Вот, это у нас голова. Жарим. Вот рыбку я перевернула. Вот такая у нас получается очень красивая, видите, рыбка. Сейчас она еще немножко обжарится и закроем ее крышечкой, чтобы она дошла. Вот такая у нас получается рыбка. Рыбка камбала. Очень красивая, видите, на вид. И очень-очень вкусная. Все сохраняются полезные вещества, все сохраняются внутри. По фритюре ничего не выходит снаружи. Весь сок рыбы и все самое полезное остается внутри. И одновременно буду готовить шницель. Шницель свиной. Буду готовить на противне. Сейчас я вам покажу, как это все будет происходить. В духовке. Итак, приготовили, короче, мясо. Сейчас я его положу в пакет. Отобью. И помажу соевым соусом. Итак, мясо я отбила. Как вы видите, вот такие кусочки. Вот, видите? Сейчас я поперчу, посолю. Вот, мясо я обмазала, поперчила, посолила соевым соусом. Порежу туда пару помидор. Уложила его на противень. Вот, видите? Помидорки. Положила помидор, но предварительно перед этим смазала майонезом. Одну сторону надо обязательно смазать майонезом. Это хорошо для мяса, для сочности. Опять же, и чтобы потом покрылась немножко корочка. Сейчас я закрою это все дело, значит, фольгой. Вот, закрыла фольгой и поставлю в духовку, разогретую до 220 градусов. На 45 минут. Но поставлю сначала на 30 минут, потом я открою фольгу, и она доготовится еще минут 15 без фольги уже. Итак, на гарнир, короче, к мясу я решила приготовить рожки, макаронные изделия. Вот, Макфа. Это не реклама. Так, еще что. Обжарю морковь, лук. Поставила воду для макарон. Так, а к рыбе... К рыбе, к моей любимой рыбе, я буду готовить рис. Рис. Вот такой. Вот такой пропаренный рассыпчатый рис. Тоже не реклама, предупреждаю. Вот. Вот, значит, обжариваю морковку. Луком. Когда это все дело обжарится у нас, мы добавим сюда, посолили, естественно, добавим сюда томатную пасту. Петр любит сыр, поэтому так готовим.
как отушится. Затем положила я томатную пасту и жарю. Поставлю сейчас крышечкой на крону. Вот у меня получилась вот такая очень хорошая, вкусная рыбка жареная. Итак, короче, вот у нас гарнир готовится рис. Тут у меня обжаренные в томатном пасте морковь с луком. Тут отвариваются макароны. Тут у нас рыбка. В духовке у меня мяско. Я сейчас все приготовлю и вам покажу, как это будет все выглядеть. Вот готово мясо. Мясо дало сок. Очень вкусное, сочное мяско. Рыбка, рис, макароны. Вот и готов ужин. Рис с рыбкой. Это мне макароны с мясом. Приятного всем аппетита. Спасибо за внимание. Готовьте очень вкусно и полезно. До свидания.